Амай. Ой, Алла. Мен де япайым. Уж бакам. Алла. Аккуратно, аккуратно, баба. Только папе по руке не ударь. Все, все, поломал. Видишь, вот поломал. Молодец. Все, баба. Это уже папа должен. И я могу. Ну давай. Банда. Süt var evde, evet. Su var, işte ona bir şey getir. Ne getireyim? Aynen. Да, Асланчик боялся пылесоса, но он потом быстро перестал его бояться. А я? Ты не боялась. А я куда убежала? Ты в комнату убегал от пылесоса. Когда он шумел, ты убегал сразу. А я нет. А потом ты перестал его бояться и сверху на пылесос садился и катался на нем. Как машинка. Да, как на машинке ездил. Всем привет. В воскресенье мы едем в магазин, торговый центр. Мужу нужно там пару раковин, что ли, купить, короче. Умывальник и так далее. А почему классненько? И мы упали на хвост. Он хотел со Станом ехать, но мы с Иряшкой тоже упали на хвост. Мама, почему красный горит? Ну, чтобы машины стояли, поэтому красный горит. Вот. И это потом оттуда... Авария. Да, туда на детскую площадку куда-нибудь заедем, чтобы вот этих развлечь. Вот эти три дня, которые они дома, только и занимаешься их развлечениями. Да. Муж пошел в магазин, а мы на детской площадке. Саирашка на той горке пытается залезть с той стороны. Кроме нас здесь только одна девочка и все. Моя принцесса. Опась. Заирашка, будешь здесь кататься? Такая огромная она. Ой, маминым рукам только ее катать. Я смогу. А, все, все. Давай, залезай, я попробую. Ой, она не катается, какая-то странная, не знаю, или у меня сил нету. На потоковом месте. Попробуй. Нету, баба. Нету у мамы сил. Это папа, когда придет, он пускай покатает. Солнышко, попочкой садятся туда, не ножками, а попочкой. Я хочу. Хочешь сесть? Давай, опай. Все, села? Да. Покрутить тебя? Она как крутится. Мама, я после хочу. Иди ты, Йога. Мама, я после хочу.
Ну, слезай. Вот так. Она куча. Иди, иди. Она крутится. Крутится, конечно. Солнышко, там не ползай. Я же попросила по земле не ползать. Хотя бы часик чистенькими останьтесь. Сейчас мама будет кататься. Лейра, смотри. Никто из детей не хочет, мама сама дурачится. Черный плащ летит на помощь. Лейра. Иди сюда. Вот так вот, дурачимся. Сегодня у нас 30 октября, ровно 2 года, как в Измире было ужасное землетрясение. Я помню этот день, не то что помню этот день, я помню то ощущение, те эмоции, которые у меня были, то внутренний вот этот страх, как я бежала в садик. Дети были в садике по соседству. Как раз это было несколько дней, как я их перевела из русскоговорящего садика, который находился в 20 минутах езды. Перевела в соседский вот этот садик. И на второй или на третий день было вот это землетрясение. Я выбежала из квартиры. Что на мне было, в том я и выбегала, на ходу схватила что-то. Это очень страшно. Реально, землетрясение – это то, с чем ты ничего не можешь сделать. Пожар еще, может быть, ты можешь потушить, куда-то сбежать, но землетрясение – нет, ты ничего не сделаешь. Очень страшно. Не oldu? Aldım iki tane evi. Aldın mı? Капузель алту. Нет. У нас давно нормально звонок не работает. Муж звонок тоже купил. Мои бесятся там во все. Пошли давай, нашли тебя. Приехали в другой торговый центр на игровую зону, чтобы попасть. Аслан, Зейра. Орасесию галиба бирас. Как она залезает, посмотрите, а. Так, я тоже сниму костюм. Чего я в этих бахилах здесь? А ну-ка, давайте покажите, как вы катаетесь. Стой, 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 стой. О,
пушки! А что они делают? А где шарики стрелять? А где моя дочь? Ага, вон там какие-то шарики. Дети до 5 лет с сопровождением мамы, оказывается. В прошлый раз мои дети здесь были, никто их не сопровождал. Аслан! Аслан! А, идем. А вот и Зейрашка. Поднимайся. Поднимайся, солнышко. Я возьму. Ой, такие мягкие, приятные. Ну, давай покажи. Как... Оу! Оу! Давай, Зейра. Как надо делать? Сюда нажимать надо, вот. Положила сюда мячик? А я не знаю. Все. Нифига не поняла, как она работает. Ой, хорошая зона, очень хорошая. И батут есть, и горка. Так, пойдем посмотрим, что там дальше есть. No. Лабиринты. Ой, моя поясница. Ой. О, эти разговаривают, сидя. Ох ты, какие здесь преграды. Ой. Ох. Ой, здесь я точно не пройду. Вы идите, я вас догоню. Ой. Боже ж ты мой. Ла-ла-ла-ла-ла. Ай! Ай, моя поясница. Я здесь хожу раком. О, вот здесь наконец-то выровнялась. О, боже ж ты мой! Нет, здесь я не буду спускаться, я вас там внизу подожду. Ой, а как я туда пройду? Идем, папа. Вон там. Вон. Все, короче. Здесь что нашли? А, собираешь, да? Прикольно. Зира, там может кто-то играет. Это что, мамина? Куда эти цифры идут? Даже мне непонятна эта игра. И что? А куда его ставить, номер 3? Короче, мне непонятно, это фигня.
О, правильно. Это кто у нас? Чукча. Я сейчас буду спускаться с вот этой горки куда-то туда вниз. Где ты? Господи, они там где-то в горке. Ты что, залезаешь, что ли? Давай, мама! Вы оттуда уйдите, а то мама вас толкнет. Мама! Вы ушли оттуда? Боюсь. А где Зейра? А теперь смотрите, как муж проводит время с детьми. Вот. Просто наблюдает. Его они не заставляют скакать, как меня. Я с ними по всем горкам, везде, по всем лестницам, везде. А все, Зейра его куда-то потащила. Муж там наверху сидит. Зейра его зовет. Спускайся, говорит. Ага, посмотрим, как ты с горочки будешь кататься. Эта горка не сильно такая скользкая. По-моему, она его уговаривает скатиться. Сзади его толкает. Да-да-да-да-да. Сними, говорит, эту обувь. Сейчас Зейра его припашет. Да-да-да-да-да. Она его на желтую горку ведет. А, нет, покружится. У моих уже прошел час внутри игровой комнаты. Сейчас их забирать, я чувствую, что их оттуда силком не вытащишь. Настолько там интересно. Мне тоже эта игровая комната понравилась больше всех из всех, на которые мы ходили. Она, кстати, новая, раньше ее здесь не было. Но 2 года назад точно ее здесь не было. Меня бесит эти волосы. Вот. Детям я вижу, что здесь очень интересно, потому что здесь разнообразные есть такие игровые места, игровые уголки. Здесь и пострелять можно, и по горке скатиться, и полазить, и даже пазл собрать. Мы собрали, поэтому им там интересно. Это для маленьких. Да, для больших, баба, для таких больших, как вы. Зейрашка, как увидела эту розовую машину, села на нее сразу. Найдусь, мамин цветочек. Мамина розочка с вот такими шипами. Твоя кошка. Твоя кошка, да.
И я тут. Здравствуйте, здравствуйте. Чё ты поешь? Папа, наверное, пошел выдохнуть. А, вон он. Полчаса папа с ними скакал, полчаса я скакала, у меня болит все. Муж сейчас не жалуется, говорит, не устал, когда я спросила, ну что, устал? Он, нет, вечером посмотрим. Что, я буду нести? Ты же купила. Ты же купила. Пока я ходила в Вайкики вернуть один свитерочек, который мне не понравился по качеству, дети остались с папой. Естественно, они зашли в магазин игрушек. Папа не купил им игрушки, отвел их мороженое, чтобы покушать в сторону, где кафе. И теперь я звоню, я говорю, вы где? Папа говорит, здесь, где еда, приходи сюда. Прихожу, оба с красными глазами плачут. Мама, папа нам не купил игрушки. И вот вернулись, естественно, мороженое не захотели. Мы не будем мороженое, пока папа нам не купит. Вернулись, Ира выбрала какую-то вот такую фигню, красится. Теперь у нее тоже будет помада искусственная. И Аслан пошел с папой. Будет помада. Да. И Аслан пошел с папой туда, в другой магазин. Мы зашли с первого вази сюда, в другой магазин, какого-то динозавра искать с пультом. Мне говорит, папа его не купил. Его надо было видеть. Ира, идем. А мой сын никогда дешевые игрушки не выбирает. Это? Каким? Это папа не взял. Ой, тут они купил папа, да? Да. Они с ним? Пустые, мама. Чё, Кюсель? Бещи, да я беру. Вот это, я говорил. Говорил. А какие здесь супергерои есть? Бай. Том и Джерри есть. Может, их купим? Нет. Наши плачущие куклы. Посмотрите цены, да? Я вас умоляю. Посмотришь на эти цены? Это почему дешевле? Интересно. Старые вещи, что ли? Посмотришь, думаешь, господи, что они делают, что такие цены даем за них. В итоге Аслан от динозавра отказался. Взял что-то другое. У нас прямо сейчас начинается гимнастика, но устали. Что случилось, сынок? Что за я испортила стою, я его не дам. Почему стал он обзор, куда он близко воевать? А потом я ему. Все, что на столе лежит, ты Лео не дашь? Да. Почему? Потому что он вырывает. Да, потому что он вырывает, ты прав. И маме потом приходится за ним убирать. Даже Аслан за это переживает. Я злю на него, я всегда его люблю. Даже когда злишься на него, ты его любишь? Я им всегда говорю, когда я их поругала, я когда разозлилась, я всегда говорю после этого, что мама, что бы ни случилось, хоть как бы их ни ругала, мама их все равно всегда-всегда любит. И, естественно, Аслан то же самое применяет по отношению и к Зихре, и к Леву. Куда мост домой? Ой, мосынка! Что там у вас случилось? Что делаешь, солнышко? Что говорит? Я мама здесь покрасила. Очень красиво покрасила. А смотри, трогает. Ну, он хочет свою сестренку любимую потрогать. Нет, здесь макияж. А, макияж трогает. Макияж не трогай, солнышко. Она вот старалась, она красилась. Вот. Это косметика, да. Мама, только вот сюда не надо, вот сюда надо за головашки, пока мальчик где-то закрасит. Нет, я хочу сама. Отойди. Я не знаю, как ты красишь. Только я не помню.
почему тебе не понравится, как она красит? Почему-то я ненормально покрасила. Ненормально разве? А что она ненормально покрасила? Дима, ты ненормально покрасила. Мне понравилось, как она красится. Давай я тебе помогу. Нет. Какой цвет тут есть, какой цвет тут нет. Давай лучше вот этот цвет. Видишь, спачкает. Лера, ты что, вот так? Давай тебе дело надо честное. Давай тебе надо честную улыбку. Нет. Нет. А мне понравится, надо честная улыбка. Ты что, тебе не нравится, надо честная. Видишь? Ну ты не трогай, солнышко. Дыра. Она же пальчиками не красит, она кисточкой красит специально. Дыра, мы же не будем уже красить. Вот дыра синюю, успокойся. Вот я как ее завязать. Ничего, пускай что хочет делать. Это ее косметика. Солнышко, а ты сейчас на машинку свою наступишь, и она тоже сломается. Бедная. Пацанка, можешь отойти? Один, я становлюсь своей покажу. Зейрашкина косметика здесь везде, вон на полу уже. А мама чем занимается, когда приходим домой? Приходим домой, мама постирала все носочки, которые на нас были. Ой, помыла одну пару обуви. Помыла вторую пару обуви. Сейчас вручную быстренько вот эти вещи постираю. Некоторые вещи я стираю вручную, чтобы не ждать, пока в стиральной машине все постирается, пока это, пока то, пока все. Посмотрите на мой живот в этих штанах. Почему так? Потому что штаны с заниженной талией. И мое грязное зеркало. Потому что дома муж. У меня муж вот так умывается. Это еще не грязно. У меня муж, знаете, как умывается? Вот так. Вот так, здесь все бывает заляпано. Я реально говорю, у меня еще один ребенок. И он это не отрицает, серьезно. Сегодня мы выходили. Дай мне носки. Дай мне майку снизу надеть. Выбери мне рубашку. А какие джинсы я одеваю? Что еще? Закатай мне рукава на рубашке. Все принеси, все подай. Я говорю, так я тоже могу одеться и выйти. Я говорю, у меня двое детей, я их одеваю, еще и тебя одеваю. Единственное, он меня трусы не спрашивал, какого цвета ему надеть. Фигня под названием кокос не понравилась ни одному из членов нашей семьи. Мы только один открыли, вот как видите, он кусочек оттуда, и вот мы его на зубок попробовали и все сделали. И это, водичка тоже. Даже мой муж, который всегда против того, чтобы что-то из еды шло в мусорку, сделал вот так. Я не знаю, как это кушать. Вот я сейчас пытаюсь вот... Думаю, может, я с первого раза не поняла. Я его первый раз ела. Но нет. Со второго раза тоже не поняла. Когда уложили детей спать? Кто с чем? Ой, у меня вино с копченым сыром. Нарекуиром. Я супа забыхи. Не одела очки. А папа не знаю, я не видела, папа одел или нет. Всем привет. 12 часов дня. Мы идем в садик. Вот. Что там? Твои новые... А, она свои туфельки показывает. Красивые. Это мама сделала ей такие красивые туфельки. Да, пойдем. Это мое зернышко. Мне иногда бывает, она приходит обнимашки делать с мамой. Я так радуюсь в такие моменты. Это мое сокровище. Мой садик где? Он ушел. Волосики застряли внутри, да? Да. Вот, это кто?
Это Зейрашка, вон там в отражении с мамой обнимается. О, мимпчинчик. А что, я где? Вон впереди. Идет? Угу. Куда? В садик идет. А мам? А мы здесь стоим. Ты же не идешь, ты же обнимаешься с мамой. Сейчас садик и догоним. Давай догоним. Все, обнимашки закончились? Да. Если ребенок хочет обниматься, я обнимаю его ровно столько, сколько он этого хочет. Не тороплю никогда. Потому что неизвестно, сколько ему сейчас нужно тепла и ласки в данный момент. Ну что, Аслан, ездит она наверх? Сынуля, наверх едет она? А, значит, она по подъему не может ехать. Она только по ровной дороге и по спуску ездит. Она там поела, а тут нет. По подъему ей тяжело. Подожди, я расстегну твой пиджачок. Подъем. Едет же. А, и назад. Понятно. Понятно. У нее же тормозов нет, поэтому она назад едет. Если бы у нее тормоза были бы, она бы не ехала назад. Это кто здесь прячется? Это кто? Какашка тут. У тебя сестренка разве какашка? Какашка твоя сестренка? Нет, конечно. Та-да! Все, я нашла тебя. Пошли, солнышко. Вот они. Вот. Какие новые мои макияжи. Твоя косметика в сумке. Косметика? Да. Вот. В садик придешь, вытащишь, пойдем. Вдруг она упадет на дорогу. Деловые, не могу. Позировать, конечно, вы мне сегодня не будете. Я даже не прошу. Такая мягкая она. Асланчик, потрогай. Давай кофточку расстегнем вот здесь. И машинку. Машинка тоже хочет потрогать? Пошли. А, мы витаминчики забыли выпить сегодня. Ну ничего, один день и ничего страшного, да? Пойдем. А Зейрашку муха села. Мама, и садики, и витаминчики. Муха села. Чего хочет от тебя муха, Зейра? Пойдем. Так ей идет черный цвет. Это просто нечто. Хотя моим детям все цвета подходят. Это для голубей посыпали, но они... А булгур, оказывается, не кушают. Видишь, сколько дней уже назад посыпали. Они не наступай, потому что будешь скользить. Асланчик наступил, помнишь, скользил? Не делай ножками, это крупа, еда, нельзя. Туда вниз скользил. Мама его за ручку держала. Пойдем. Я ему помогла. Ты помогала, да? Да. Да, какая ты молодец. Пойдем, Аслан. А здесь может, конечно, твоя машина ехать. Пойдем? Что там, Зейра? Что ты там, как бабка скрючилась? А, ты по следам ходишь? А чьи это следы? Следы машины. Это асфальт. Кусочки черного асфальта, да? Кинайден. Кинайден.
Не закончили следы зверя? О, какая крутая машина у Аслана. Посмотрите, ребята, какая у него крутая машина. Скоростная. Он вчера хотел купить динозавра, но потом передумал и купил вот такую классную машину. А Зейрашка выбрала себе косметику, чтобы делать макияж. Она же у меня девочка. Иди у меня косяки. С утра встала и макияж себе сделала, вы знаете? А ты сделай подружкам тоже макияж. Нет, это мое. Ну, подружкам же тоже хочется. Покрась их тоже. Нет. Нет? Ну, смотри сама. А ты будешь, мама? Нет, я домой пойду. Что? Косметика закончится? Я еще куплю, солнышко. Ой, без тебя буду плакать. Солнышко, ты же никогда за мамой не плакала. Что случилось? Почему? Да что-то еще хотел тебе сказать. Расскажи, пока мама не ушла. Ночью. Ночью? Ночью же мы дома будем. Ночью расскажешь? Да, что? Хорошо. А ты ушла, а я плакала. Ты мое зернышко. Ты мое зернышко. А потом... Ты же знаешь? Я куда-то посмею. Аквапарк. Ты же знаешь, что мама всегда придет за вами? Знаешь же это? И заберет. Конечно, заберет. Мама вас никогда нигде не оставит. Ты это знаешь? Мама как вас любит? Мама. А потом мама, смотри, еще. О, Зейра, смотри, как его машина кружится. О, как она кружится! Я же говорю, крутая машина! Пойдем! Пойдем, Зейруня! Тете Хиляль надо... Нельзя пинать игрушки, Зейра! Нельзя! Почему? Потому что они ломаются! Ты обнял, да? Жалко тебе его, да? Посмотри, машина едет или нет? Нету. Нету. А где папа? Ладно, закрываюсь. Хорошего дня всем. У меня сегодня прекрасное настроение, прекрасный настрой. Чувствую себя восхитительно. Три дня с детьми гуляли. Сегодня домашние дела. Наверное, больно, потому что Зейрашка ее случайно ногой задела. Флаг, да. Это какой флаг, Аслан? Турецкий, правильно. Что там нарисовано? Звездочка. Звездочка, а это что? Полумесяц. Полумесяц, все правильно. Зейрашка, запоминай.